Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня мы с вами поговорим на тему вид на жительство в Австрии для специалистов востребованных профессий. Для того, чтобы получить вид на жительство в Австрии как специалист востребованной профессии, необходимо иметь образование, опыт работы, а также заключить трудовой договор с австрийской компанией и знать немецкий либо английский язык. Необходимые документы – это анкеты на получение миграционной визы, фотографии, заграничный паспорт, внутренний паспорт, свидетельство о рождении, о браке, договор аренды, документы об образовании, подтверждение базового знания немецкого либо английского языка, медицинская страховка, мотивационное письмо, справка об отсутствии судимости и трудовой договор с австрийской компанией. Рассмотрим поэтапное описание получения ВНЖ. Это перевод документов на немецкий язык, оформление медицинской страховки, далее подготовка прошения и подача документов на визу. Граждане стран, имеющие безвизовый въезд в Австрию, могут подать ходатайство непосредственно на территории Австрии. Вы получаете миграционную визу, что позволит вам претендовать на карту резидента Австрии. Первая карта резидента Австрии действительно на 1 год с последующим продлением. После проживания в Австрии в течение 2 лет вы получаете карту резидента Австрии сроком на 3 года. Одно из условий продления – необходимо подтвердить знание немецкого языка на уровне А2. После проживания на территории Австрии 5 лет вы имеете право на постоянный вид на жительство и карту резидента. Супруг, супруга и дети, включенные в миграционное прошение, получают вид на жительство Австрии. После 10 лет проживания в Австрии вы имеете право на гражданство. Друзья, за более подробной информацией обращайтесь по указанному номеру телефона. До новых встреч!